Пономарев, один из лидеров движения «Левый фронт». Привет, друзья, от временно свободных депутатов Государственной Думы. Вы знаете, я сегодня, когда сюда шел, я долго думал, вообще выступать или нет. Потому что мне кажется, что время лозунгов, оно уходит. Время призывов уходит. Ну что мы можем нового друг другу сказать? Разве мы не знаем, в чем природа этой власти, в которой мы сейчас живем? Разве мы не знаем, кто такой Путин? Разве мы не знаем, что такое кооператив «Озеро»? Мы все знаем. Так почему же мы так мало делаем? Нам нужно действовать. Нам нужно решительно перейти вперед. И решительно перейти вперед – это не только драться, это еще и работать головой. Нам нужен единый план. Нам нужно единое руководство. Нам нужно переходить в наступление. Нам нужно перестать говорить, а действительно стать властью. Потому что мы здесь власть. 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 Но я хочу сказать, что власть – это не слово. Это действие. И еще что очень важно – это состояние души. Мы должны себе осознать, что мы можем. Самое важное, что произойдет сегодня, и это отличает наш сегодняшний митинг, который самый массовый из всех. Нас сегодня здесь больше 200 тысяч человек собралось. Это было больше, чем зимой, больше, чем весной, больше, чем 6 мая. И это очень важно, потому что мы вместе должны проголосовать за то, чтобы сформировать единый орган. Единый орган руководства. И чтобы в этом органе была сыгранная и дееспособная команда, которая в состоянии выдвинуть программу, довести эту программу до всей страны. И это очень важно, чтобы это была не только Москва, а это вся... Один за всех и все за одного. Один за всех и все за одного. Один за всех и все за одного. Так победим! Дорогие друзья, сегодня на улицах нашей прекрасной Родины вышли не только Москва и Питер. Только что мы получили телеграмму из Йошкар-Олы. Они проводят митинг с требованиями. Мы против угнетающей и уничтожающей нашу...